Сегодня мы находимся на форелевом хозяйстве города Саратова и будем смотреть, как выращивают рыбку. Надеюсь, нам покажут, как у них все здесь организовано и дадут возможность покормить ее. Вот тут стоят такие большие чаны. Сколько здесь у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь больших чанов с форелью. Нам разрешили здесь побродить и посмотреть. Что-то я пока рыбы не вижу особо. Она вся закрыта сетками какими-то. Вот, сейчас можно зайти. Вот она, рыбка плавает. Здесь стоят какие-то фильтры. Ну, такая большенькая. Да, тут шум такой стоит от этих всех фильтров. Сейчас мы смотрим процесс кормления. Рыбка вся плещется. Жалко, что нельзя сетку поднять, чтобы посмотреть, как все это происходит. О, кишится. Ну вот она. Вау, тут ее прям море. Ну что, Стас, нравится? Меня всего забрызгали. Да? Вот это там у них идет. Подворот. Они здесь все разные по возрасту или одинаковые? Разные, да? И как долго она растет? Да. А, не знаю. А, понятно. Вот тут видно, как рыба плавает вдоль стенки резервуара. Класс. Вау, класс. Рыбки плавают. Вот они. Да, здоровые такие. Вау, как красиво. О, выпрыгивает прям мордой. О, смотри. Брат, иди сюда. О! Ну давай, прыгай. Прыгай. Параллель. Прыгай. Вот она. Давай, прыгай. Прыгай ко мне. Ну давай, прыгай, что ли. Что, у вас пофоткают, да? Вот такие вот тут большие экземпляры плавают. Хотя половинку, да, выглядит, ага. Подходит там, не подходит, там уже... Thank you.
это просто. Кажется, это не очень просто, да? Поймали нам живой рыбки, такая прям приличных размеров. В этих рыбоводных бассейнах вода редко остается спокойной. В них плещется самая активная из благородных деликатесных рыб – радужная форель с характерной малиново-красной полоской на боку. Молодое крестьянско-фермерское хозяйство Светланы Бацман в Ленинском районе Саратова выращивает форель не в открытых водоемах, а на установках замкнутого водоснабжения. Здесь происходит биологическая очистка воды. Работаем на песчаной загрузке, специальный кварцевый песок. Фракции от 0,16 до 0,5 мм специальный песок привозим, и на него заселяется группа полезных бактерий. Вот, в данной ситуации мы сейчас видим, как песчинки на плаву, обросшие каждая песчинка бактерий, и здесь происходят вот процессы все, которые нужны для обеззараживания воды. Рыба находится в 7 бассейнах, объем каждого из которых 25 кубометров. К ним подключено специальное оборудование. Вода циркулирует по установкам и проходит этапы механической и биологической очистки. Затем насыщается кислородом и озоном и возвращается в бассейн. Это позволяет содержать рыбу в чистой и питательной среде и при этом значительно экономить воду. Преимущество нашего хозяйства – это непосредственно свежая рыба, которая вылавливается при покупателе. И через короткий промежуток времени вы уже видите у себя эту рыбку на столе. Никаких добавок стимулирующих нет, никаких гормональных добавок, ну, как бы тоже нет. Вот, корм полностью натуральный, с коротким сроком действия, что говорит в пользу его натуральности и использования натуральных ингредиентов. Вот, поэтому все безопасно, экологически чистая рыба. Никакого привкуса и постороннего запаха она не имеет. Кормление рыбы производится 6 раз в сутки. Перед этим, конечно, мы смотрим за поведением рыбы и в процессе кормления также следим за поведением рыбы, за ее активностью. Если рыба активная, если она хорошо ест, следовательно, и кормим мы ее в полном объеме. Если рыба перестает активно себя вести, следовательно, корма ей нужно меньше, и мы кормим меньше. Также в процессе кормления мы смотрим, как она ест, как активно она ест, падает ли корм на дно, оседает, или она его съедает весь. В природе форель рождается с белым мясом. Чтобы придать ему красивый розоватый оттенок, в корм рыбы добавляют специальный препарат – астаксантин. Это натуральный краситель и полезный антиоксидант. Мы привезли год назад пробную партию уже малька, готового. Взяли его на рыбоводном хозяйстве. От 15 грамм была навеска. И вот на данный момент мы уже дорастили рыбу до 600 грамм и выше. Вот, начали первую реализацию нашей форели. Сотрудничаем с бизнес-инкубатором. Очень своевременная информационная поддержка, консультирование. Очень хорошие, квалифицированные специалисты всегда все рассказывают, помогают, направляют. По данным вопросам можно ходить на бесплатные семинары, какие-то восполнять недостатки знаний. За работой установок замкнутого водоснабжения и поведением рыбы следят рыбоводы и специальные устройства. Производственная мощность хозяйства – 30 тонн рыбы в год. Уже сейчас выращенную здесь радужную форель жители Саратова и Энгельса могут попробовать в местных кафе и ресторанах или приобрести на предприятии. Анна Обычева, Николай Синегубов, Сарбака ТВ.